Фонд Сколково, как институт развития, всегда принимает участие в различных профильных выставках, в том числе, естественно, Росмолл, в котором мы участвуем ежегодно, уже последние 3 года. По одной простой причине, среди наших резидентов очень много компаний, которым эта выставка является профильной. В частности, это производители 3D-принтеров, это производители материалов для 3D-печати, это все, что связано с композитами и термопластами. Поэтому эта выставка для нас всегда очень профильная, и мы всегда на нее ставим. В данном случае, вот в этом году у нас представлено 6 компаний. На самом деле в Сколково их, конечно, гораздо больше, но это, скажем так, одни из самых таких интересных и знаковых наших стартапов. Собираем мы их со всей России. Вот, в частности, например, компании F2 Инновации из Перми. Они представляют здесь линейку своих промышленных FDM-принтеров, которые позволяют печатать в том числе композитами, армированным углеволокном. Здесь у них стоит робот. Опять же, робот — наш участник компании Eidos Робототехника из Казани. Они представляют разработку шнековый экструдер компании F2 Инновация на роботе нашего резидента из Казани. Рядом с ними компания Stereotech из Волгограда. Они занимаются тоже FDM-печатью, при этом они ставят именно на 5-осевую печать. Это их основная фишка. Дальше у нас стоит компания Unsynth, она представляет SLS-печать, лазерное спекание. И, в общем-то, в России очень мало кто производит своего оборудования. Вот Unsynth — это одна из немногих, которые вышли на достаточно серьезный уровень со своими промышленными принтерами. Кроме этого, у нас на стенде стоит компания InPowerEgg, которая сейчас уже, в принципе, заместила всю линейку BASF материалов немецкой компании BASF концерна по аддитивке. Они производят как филаменты для FDM-печати, работают и со стереотеком, и работают с F2 инновации. Также они производят материалы-порошки для лазерного спекания. Одним из их партнеров — это Nagy Onsyn. Далее всем известная компания Hartz Labs, которая имеет представительство во многих странах мира. Они занимаются производством фотополимерных смол. Я думаю, что все их прекрасно знают. Вот они стали нашим участником несколько лет назад, компания Hartz Labs Innovation. И впервые на нашем стенде они представляют свою продукцию. И также у нас здесь представлена разработка. Это компания Scanform. Они производят ручные 3D-сканеры. И я бы еще отметил, что на выставке Росмолл со своими стендами стоят в том числе наши участники. Например, компания Range Vision, которая производит промышленные 3D-сканеры, они также стоят здесь отдельно. Поэтому призываю всех стартапов, во-первых, идти в Сколково, становиться нашими резидентами и участвовать в такой замечательной профильной выставке, как Росмолл. Это отличная возможность найти своего покупателя. Здесь в основном ходят именно профессионалы, которые знают, что ищут.